Выглядеть стильно, эффектно и в соответствии с последними тенденциями, не прилагая при этом усилий, мало кому удается. У каждого, кому не безразлична мода, обычно есть свои наработки в данном направлении. К примеру, где найти джинсы с хорошей посадкой, оригинальные аксессуары или идеальный базовый трикотаж. Этими секретами в полном объеме владеют стилисты, чья задача – ежедневный мониторинг салонов, магазинов, торговых центров, а также сайтов и журналов. Прежде всего, это нужно для того, чтобы грамотно совершать покупки. Сейчас такое время, когда лишние траты и спонтанно купленные вещи, они могут, и ударить и по кошельку, и потом, самое главное, что их не будут носить. То есть это вещи, которые не нужны в гардеробе. И как раз вот стилист, имиджмейкер нужен для того, чтобы делать правильные, грамотные покупки и инвестировать именно в гардероб, чтобы он приносил пользу. Не нужно много вещей, нужны вещи просто правильные. Вот, и стилист этому помогает. Эта встреча на площадке магазина марки Store была посвящена показательному процессу систематизации гардероба. Участница эксперимента Светлана не так давно поменяла сферу деятельности, и это потянуло за собой необходимость в новом гардеробе. И, согласно законам жанра, начинается все с базовых вещей. Я вообще считаю, что здесь представлена база. База, она бывает тоже разная для разных людей, она своя. Здесь практически все базовые вещи, и они подойдут любому человеку. То есть что-то каждому здесь да найдется. Поэтому, если говорить о том, кого здесь можно одеть, я бы ответила, что всех, кто ценит элегантность и осознанность. Вообще, из универсальных вещей здесь очень хорошие юбки и очень хорошие брюки, потому что у них очень, очень правильный крой. То есть они все, что нужно, показывают, все, что не нужно, они скрывают. Изменился подход к коллекциям, к выбору поставщиков, прежде всего. Для того мы расширили географию. Сейчас у нас представлены бренды из Англии теперь. Вот, это настоящие такие хорошие, качественные костюмы, мужские рубашки и женские, в том числе аксессуары. Vagabond – это новый бренд нашей обуви, обувь переводится как «путешественник», все натуральные материалы и обувь абсолютно качественная. И несмотря на то, что работа со стилистом – процесс индивидуальный, эта показательная ревизия превратилась в занимательный мастер-класс, где звучали в том числе и универсальные советы. Ты все равно сам не следишь за всеми новинками какими-то. Есть какие-то нюансы, тонкости, которые добавляют изюминку, еще что-то. И когда я смотрю, когда я наблюдаю, конечно же, для себя я тоже что-то беру, и это очень интересно. Мы с Сашей давно друг друга знаем, поэтому к ее советам я прислушиваюсь давно. И к некоторым вещам привыкла. Но вот мужская футболка, например, которая на мне сейчас одета, вот к ней я достаточно долго привыкала, к мысли носить мужскую футболку. Ну как же так? Вот это для меня, да, вот это открытие. Смена гардероба меняет жизнь. Потому что, меняя даже одну вещь, уже что-то меняется в жизни. А когда меняешь целиком, то перемены не заставят себя ждать. В планах делать подобные встречи регулярными, привлекая в качестве героев людей самых разных типажей и характеров. Есть даже идея создать family look – стильный образ для всех членов семьи.